Испокон веков старинный род Шепелевых занимался ямщицкой гоньбой на окраине царской империи, пока вихри враждебные, веявшие над великой Россией в начале века 20-го, не приостановили этот стремительный бег от станка до станка, и вот уже при новой власти и новом режиме потомки государевых ямщиков Шепелевых приобретают новый статус молодой советской интеллигенции. Наш общий дед, он был старостой Табаги, Василий Дементьевич. Значит, детей у него тоже было много, где-то 8 или 9 детей. Хатка у них была небольшая. Он, значит, срубил пятистенок большой. Но когда старший сын, а Семен Васильевич был старшим сыном, когда старший сын, значит, начал учительствовать, и его потом перевели в Табагу, чтобы директором школы, отец, вот этот пятистенок, который на свою семью, он отдал под школу. Mm-hmm. Это, в общем-то, был поступок. Это был поступок. Ну и вот за этот поступок его, значит, его величество царское презентовало, значит, дарственным кушаком таким. Откуда имя такое необычное для Якутии? В 30-е годы. И даже модно было называть индустрия, радий, гелий там и так далее, вот такими именами. Ага. Видимо, родители Радия Семеновича очень почитали науку, мне кажется, да? Радий, гелий, да? Да, конечно. Дед мой был бы очень образованным человеком. Он заслуженный учитель республики. Родом откуда Радий Семенович? Булгунихтат. Село Булгунихтат. Ну-ну-ну, Хангаласка была. Да. Сам вот мой дедушка родился в Табаге, окончил церковно-приходскую школу. Угу. По тем временам это было высшее образование, можно сказать. Да-да-да. Вот. Потом его отправили в Вилюйск на работу. Какое-то время он там работал. Потом вот они перебрались в Булгунихтат. И вот там вот уже, все вот, родился и Ради Семенович, и все остальные, в общем-то. Наша семья, вот, старейшего нашего, вот папа Семен Васильевич Шепелев, это потомственный ямщик. Семья ямщицкая. Но она, ямщиков уже много, блин. Но наша семья отличается вот каким-то творчеством. Папа был очень музыкальный человек. Он играл на скрипке. Он создатель ансамблей всяких, творческих вот таких. И в школе, и будучи в Вилюйске на работе. Он всегда. Марк Николаевич Жирков есть такой композитор. Они очень большие друзья были. Когда отец в Вилюйске работал. То есть. Ой, вот возьмите, Надежда Семеновна Шепелева, Виктор Васильевич Шепелев, вот «Наука и техника» журнал Незлотки. Вот все, то есть семья живет в творческой такой атмосфере. Мы не представляем себя вне творчества. У каждого, наверное, был свой Ради Семенович. Он был человек такой, по-моему, никогда ни на кого не повышал голос. Был всегда очень приветливый, но тем не менее, если он что-то сказал,
он всегда стоял на этом. Его повернуть обратно, что-то там исправить из того, что он сказал, это было невозможно. То есть он был очень принципиальный человек. Он 10 лет ровно был заместителем председателя комитета по радио, радиокомитета. За это время, конечно, в истории радио произошло очень много. Я думаю, что во всем этом он принимал самое активное участие. Надо сказать, что Ради Семенович, он был же журналистом до мозга костей, как говорится. Вот сейчас тоже по материалам его личного дела я изучил. Смотрю, он где-то 22 года посвятил себя уже журналистике. Ну, поскольку он был жителем Покровска, ну, да, родился на Лене, ну, он работал в Ленских маяках, Ой, Ленский водник. Была еще одна газета старая, тоже водников Ленских. Вот в этих газетах работал. И потом он работал еще редактором уже Минской газеты, Минский рабочий. То есть это был человек уже сложившийся. Журналист был уже сложившийся. Если вы заметили, Галина, он всегда разбирал наши передачи. Когда у нас был, он же вроде бы в основном работал, больше 10 лет работал в отделе выпуска и программирования. Вроде конкретно творческой работой не занимался, но ведь он смотрел каждую передачу, болел за каждую передачу и сделал замечания по каждой передаче. И он был человек очень прямолинейный, кстати сказать. Он там не юлил, какие-то эти реверансы не делал, он говорил прямо. Но почему-то никто никогда на Ради Семеновича не обижался. Я хочу коснуться темы участия наших фронтовиков, участников Великой Отечественной войны в работе телевидения. У меня сейчас их на счету 14 человек. 14 человек. Вот среди них, пожалуйста, герой Советского Союза Николай Алексеевич Кондаков. Семен Николаевич Васильев, фронтовик. Елизутинов, Ощепков, Галактион, 14 человек. Они на разных участках этого нашего коллектива, но на таких. И вот вы знаете, как я с трепетом отношусь вот к этой категории людей, которые остались живы и после войны работали. Они вносили свою лепту. Они вносили уверенность в работе. Были примером для подражания. Я на радио, заместитель по радиовещанию, потом, то есть я с этой промышленностью ушел, я на радио, я стал заместителем председателя по радиовещания. А что такое председатель комитета? Председатель комитета – это должностное высокого ранга начальник, чиновник-начальник. Он, его часто не бывает, он то на совещании, то он в командировке, то он куда-то по обмену опыту, то еще куда. Вся работа ложится на заместителя. Вся буквально. Планерка, летучки, определение лучших передач, разборка. Все, повседневная тяжка. Вот когда я работаю на радио, например, я вставал вместе утром, вместе
С дикторами? Раньше, чем диктор. Потому что мне, как мы выходим сегодня, как мы сегодня звучим. То есть с самого раннего утра, с первых слов, я уже не сплю, я слушаю, я оценю, потому что на летучке все это будет разбираться. И вот это всегда так напряжение было. За все в ответе. За все. Представляете? Вот. А мы хорошо работали. Я вот говорю, что я все время называю себя журналистом советской эпохи. Ну, оно так и есть. Журналист советской эпохи. Потому что я с перестройкой, я уже на пенсию ушел. Из воспоминаний Радия Семеновича об иркутском периоде жизни, который круто изменил его жизнь. В 1954 году становлюсь слушателем на факультете журналистики высшей партийной школы в городе Иркутске. Учеба и жизнь в Иркутске оказались судьбоносными. Здесь зародилась и, как стало ясно и на всю жизнь, светлая любовь к задиристой красавице с красивой русой косой, с нежным, ласковым именем Маргарита. Каким был папа? Отец – это все. Для меня это вселенная, в общем-то, конечно. Вся моя вселенная. Ну, а каким он был? Ну, то, что добрым, это без сомнения, конечно, да. Отличный, доброжелательный, очень, очень спокойный человек. Никогда не выносил каких-то таких вот резких, необдуманных там решений или еще что-нибудь. Но, опять же таки, если он что-то решил, то это было, в общем-то, твердое решение. Угу. Вот. То есть внутри был стержень у него, да, у Радия Семеновича? Конечно, да. Этот стержень мог гнуться под влиянием чего-то, каких-то внешних сил, но сломать его было невозможно. Сколько я себя помню, у нас все время какие-то были совместные там экспедиции и так далее. И вот один раз мы, в общем-то, попали в такое, мы были на лодке, переправлялись через реку, попали в такой сильный шторм, неполадки и с двигателем, и мы могли реально утонуть, в общем-то, да. Была такая ситуация, и во мне лично какая-то паника была. Но сколько лет-то было? Да мне было тогда лет, наверное, 15-14 лет. Подросток. Я уже оценивал ситуацию, и все. Смотрела на отца, отец, он не дрогнул. Он вот, как скала был какая-то, понимаете, вот, в данной ситуации. Ни грамма, ни паники, ничего. Я вот тогда, в общем-то, даже вот удивился как-то. Как вот так вот человек может себя вести в такой экстремальной ситуации. Очень много знал, очень много читал. Угу. Вот я сколько себя помню, у нас шахматные баталии с ней все время проходили. Это неотъемлемый наш был атрибут. И, по-моему, он всегда был оптимистом, да? Обязательно. Вот. И даже вот сейчас, несмотря на такое-то... Скажем, да. Солидный возраст, да? Да, стакан наполовину был всегда полон, а не наполовину пуст. Первые годы он работал вот старшим редактором, потом его назначили главным редактором, а потом назначили заместителем председателя Госкомитета. На этой должности он проработал 10 лет. После этого он работал в редакции «Выпуска», возглавлял главным редактором был редакции «Выпуска». Работал с дикторами, со всеми известными дикторами: Готовцевым, Мельниковой, Избековым, Фёклой Ивановой. И как-то к ним он очень хорошо относился. Очень их любил, ценил их как хороших работников. И вообще, я вот говорила, что он был очень мягким и добродушным человеком. Наши пользовались его добротой. И особенно женщины.
они приходили к нему в кабинет, обнимали его и говорили: «Ну, Радик, отправь меня в командировку в Москву». И Радик с легкой руки подписывал все эти документы, издавал приказ и отправлял, кому куда надо, он отправлял. Вообще, он был настоящим журналистом. При нем восстановили прямой эфир. Он очень много добивался, чтобы прямой эфир, как и раньше, у нас в те годы становления радио, был же прямой эфир, никакими бумажками не пользовались. И вот Сергей Суранов начал готовить передачи в прямом эфире «Современный разговор». И он до сего времени его очень ценит и говорит: молодец, что он начал прямой эфир. После Сергея я открыла передачу «Контакт» в прямом эфире. Часовая у меня была передача. Очень была такая интересная, но очень много было писем приходило, вопросов очень много задавали. И Сергею тоже очень много вопросов задавали. Надо сказать, в те годы нам писали в редакцию экономики очень много писем. И вообще он очень гордился, что он работал рядом с Кондаковым, с Феодосием Семеновичем, с Флором, с Рябцевым Вячеславом Фроловичем, с фронтовиками, с Васильевым, Алексеем Васильевым. Первый диктор тоже был у нас и потом у нас работал. Он гордился ими и считал их как божество, преклонялся перед ними. При нем, значит, появился вот прямой эфир. Потом он очень много сделал для того, чтобы обучать молодых журналистов. Школа у нас была, ты не помнишь, школа журналистского мастерства. Вот я возглавляла эту школу, и мы просили у каждого журналиста, чтобы они принесли план творческой работы. И мы там разбирали передачи. И на примере этих передач мы учили молодых журналистов, как нужно писать очерки, репортажи. И вот он очень поддерживал вот эту школу, творческую эту школу, школу журналистов. Он меня всегда считал, что я могу подготовить любую передачу. Очень хорошо к нам вообще, к этим журналистам всегда хорошо относился, очень уважительно. И это он хвалил всегда, всегда добрые слова говорил. Передачу посмотрит, обязательно что-то скажет доброе или чего не достает в этой передаче. Очень был добродушный, интеллигентный, очень воспитанный. И никогда он не ругался. Я не слышал, чтобы он конфликтовал с кем-то, кого-то ругал. Я этого никогда не слышал. Всегда такой улыбчивый, добродушный человек. Такие у него, в общем-то, черты, которые притягивают к нему людей. Из этих черт я бы выделил такую светлость такая у него. Вот изнутри идет. И она, в общем-то, помогает людям. Вселяет в людей какую-то радость, надежность. Они с супругой, Маргарита Александровна, его супруга, с которой они прожили, вот, и трое детей у них, она, в общем-то, была такая коммунистка, так будем говорить. До мозга костей. Да, да. Она работала в обкоме партии. Ну и, естественно, он тоже, в общем-то, он, хотя я не, был ли он коммунистом, я даже не знаю, потому что... Наверное, был, да. Ну и вот это, когда произошел слом всей нашей и экономической, и политической системы, конечно, вот этот слом, он все очень серьезно психологически надломил тех людей, вот то поколение, которое вот, представляет Радий Семенович. И вот это его отношение такое светлое к жизни, оно, в общем-то, тоже не сыграло как
такой защитный механизм, что ли. Угу. Все равно он, в общем-то, пострадал, мне кажется. И это, в общем-то, сказалось. Супруга его умерла. Вот. И, видимо, не только вот смерть супруги на него подействовала, но в большей степени подействовала вот гибель нашей страны, бывшей страны СССР. Которую они создали. Они создали, да. Они строили светлое будущее. Да, 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 да. И это будущее было отвергнуто, выброшено, оплевано, можно сказать, затоптано. И это, конечно, очень сильно повлияло на людей этого поколения. Мне хочется, чтобы нынешняя молодежь, которая пришла на телевидение, на радио, нашла свой путь, используя новейшую технику. Ведь какие возможности открывают. У нас, мы же возили батареи, вазами батареи, чтобы где-то что-то, какую-то живую запись сделать. А сейчас-то все, сумочки-то, все, тут режиссура, тут редактора, тут все в одной точке. Даже можно прямо с места событий вести репортаж. Прямой эфир. Вот. Но, я еще раз повторяю, надо взять из того, что мы сделали, что мы заложили, телевидение ранее, в свое время, использовать его, сочетать новое и то, что было прошедшее. Симбиоз такой сделал. Очень большие надежды на молодежь. Но она должна свой путь искать, свой путь. Ищите свой путь. Делайте любую карьеру, стройте на своем. Используйте то, что мы делали. А это что у нас? Это злободневность, это оперативность, это действенность. Это незыблемые основы телевизионной и радиожурналистики. Абсолютно незыблемые. Их надо соблюдать всегда. Уже давно Ради Семенович живет в Москве, но все его мысли о малой родине, Якутии. К своему 90-летнему юбилею он сам сделал себе роскошный подарок, написал книгу, где пронзительно звучит тема «Сыновней любви к родине».